Hey guys, я Саша Кляйн, вы смотрите Hello TV. Мы сейчас идем в гримерку, где готовятся модели к показу Димы Камы, Таты Полины в рамках показа Counter Fashion. Это альтернативная концептуальная мода, и сегодня ребята будут показывать свои авангардные модели. Итак, мы уже на бэкстейдже. Пойдемте посмотрим, как выглядят модели перед показом, волнуются они или нет. Узнаем прямо сейчас. Что чувствуете, скажите, перед выходом на подиум? Волнение, стресс, уверенность, силы. Конечно. Стресс? Да. Уверенность. Ассоциация, я думаю, Яна и НЛО сейчас немножко похожа. На человека будущего. Привет, только что с показа, поделись своими горячими, свежими эмоциями. Было очень волнительно, но посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что просто королева этого дня сегодня я. Увидела себя, и что ты подумала? Это просто фэшн и что-то нереальное, и дерзкое, и просто... Я не могу ругаться в этом. Ну, это было реально очень круто. Расскажи, вот когда ты шла, о чем ты думала? Я думала, что у меня руки горят. Я думала, что я так кайфую, что у меня руки сейчас отвалятся вот так. Ну, ты прошла очень уверенно. Очень серьезно, очень серьезно. Я театралка, поэтому никто не заметил. Моя коллекция вдохновлена русским авангардом. Авангард — это, в принципе, революция. Так как в наше время тоже происходит своеобразная революция в умах людей, в мыслях, я решила, что эта тема будет актуальна. Эта коллекция, она посвящена человеку. И я хотела показать путь от самого чистого состояния души до внутренней черноты. А расскажи, как... Прошла ваша коллекция, какая она, что вы ей показываете людям? Коллекция – это носибельная и не носибельная одежда в обычной жизни. Коллекция называется UFO. Это идея пришла из истории с кругами на полях, которые оставляют НЛО. Мы свято верим в это. Показ прошел, мы безумно счастливы, силы на исходе, у меня почему-то сейчас 73 пропущенных вызова и всего остального, я не знаю, зачем люди звонят, наверное, поздравить, я очень на это надеюсь, что им безумно понравилось, сейчас Полинка еще прибежит. Вот, в принципе, мы сделали эту работу, я думаю, что показ удался, я очень надеюсь, что всем очень понравилось. Counter Fashion – это проект, который занимается выводом молодых авангардных модельеров в свет, на большой подиум. Ну, то есть мы показываем новые имена в авангардной моде. Hello TV, I'm Nicole Feller-Johnson. This is Mercedes-Benz Fashion Week, special for you.